Привет, меня зовут Марго, я дипломированный фитнес-тренер и нутрициолог. Сейчас расскажу тебе о трех мифах о похудении, о которых тебе пора уже забыть. Миф первый. Если ты хочешь похудеть, старайся ничего не есть или ешь один раз в день. Казалось бы, логично, не ешь, худеешь, но это абсолютно неграмотный подход. Поначалу ты будешь замечать изменения, потому что из организма уходит вся лишняя жидкость, уходят отеки, далее уходят твои мышцы. И все это впоследствии может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому запомни, чтобы похудеть, тебе нужно тратить больше, чем ты употребляешь. Повысь свою активность в течение дня, нормализуй свое питание, чтобы не ощущать чувство голода, не срываться и всегда быть в хорошем настроении, ведь это очень важно. Миф номер два. Не ешь после шести. Да, вы скажете банально, но ведь есть еще люди, которые в это верят. Запомните, после шести есть можно, ведь важно качество и количество съеденной вами еды за весь день. Миф номер три. Если ты хочешь похудеть, исключи из своего рациона абсолютно все углеводы, шоколад, хлеб и все свои любимые продукты. Лично я считаю, что это неправильный подход, потому что любые ограничения рано или поздно приводят к срыву или даже к расстройству пищевого поведения. Поэтому запомни, во всем важна мера. Те же витамины могут тебе навредить в большом количестве, поэтому контролируй свой аппетит и знай всему меру.